Всем привет! Вы на канале ProfiFootball, и в этом видео покажу вам несколько финтов Криштиану Роналду, который он исполнял в свои лучшие годы, когда еще играл за Манчестер Юнайтед. Впоследствии я не видел, чтобы он делал такие финты, играя в других клубах. Но перед началом этого видео обязательно ставь ему лайк и подписывайся на канал, если ты тут впервые. Спасибо, а теперь давайте начинать. Итак, первый финт довольно простой и выглядит вот так. Это какие-то ножницы в прыжке. Исполняют этот финт в основном на месте, когда вы приняли мяч где-то на фланге. Выполняется он очень легко. Делаете переступ через мяч, прыгая в сторону, но ногу на землю не опускаете. А щекой другой ноги бьете его в ту ногу, которой сделали переступ. В результате чего защитник только реагирует на то, что вы собираетесь уйти в одну сторону, так вы быстро меняете направление движения и уходите в другую. И при уходе в сторону у вас опора идет на ту ногу, которой делали ножницы. Не забывайте это. Следующий финт делается тогда, когда вы находитесь спиной или полубоком к защитнику. Но чтобы его сделать, вам нужно сначала иметь или создать расстояние между вами и соперником. Это можно сделать каким-то ложным движением, а затем уже исполнять финт, который делается так. Щекой одной ноги, я делаю правой, бьете мяч назад за левую ногу, и как только бьете, уже начинаете разворачивать корпус влево, а затем все той же щекой правой ноги бьете мяч туда же, куда и разворачиваете корпус, то есть влево. Но помните, финт пройдет только тогда, когда между вами и защитником будет расстояние. Ну еще один финт покажу вам, который Роналду делал, когда играл за Манчестер. Больше я не видел, чтобы он его исполнял. Смотрите, как выглядит. Казалось бы, вообще ничего такого, да? Но тут есть своя фишка. Важно быстро работать не всей ногой, а голеностопом. Итак, внешне вы ведете мяч, чуть подбивая себе на ход, а затем заносите ногу слева от мяча и резко поворачиваете голеностоп в правую сторону, а затем ускоряетесь. Для защитника это движение кажется практически незаметным, поэтому видите, когда Роналду ушел в сторону от соперника, то даже не среагировал на это движение. Следующий финт выполняется тогда, когда вас преследуют игроки. Его также потом делал Неймар, но все равно исполнял его чуть по-другому. Значит, подошвой вы катите мяч вперед по диагонали на левую ногу, а затем носком левой ноги бьете его назад, тем самым уходя от преследования игроков соперника. Вот и все. Ну а в комментариях напишите, используете ли вы какой-то из этих финтов. Также вступайте в группу ВКонтакте, участвуйте в голосовании, на какую тему вы хотите видеть следующее видео. Ссылку на группу вы можете найти в описании. Ну а на этом все, всем большое спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, всем пока!